Hello people, вы на моем канале Железное Сердце, и мы продолжаем прохождение игры Uncharted 2, переиздание на PlayStation 4. У нас есть пистолетик, который мы сейчас заряжем, две девчонки и 8 гранат. И мы идем в храм. Это уже, похоже, конец игры. Ну, по крайней мере, развязка очень близка, судя по ощущениям и по обстоятельствам. Почему нам такую панораму здоровую сделали перед входом, уменьшив нас? Так, вот здесь чистомания тут нахуй. Ложись. Чистомания. Тут опять охрана! Пристрелите их! Пусть воюют. Они бесстрашны! Воюйте, воюйте, а мы понаблюдаем. Главное, вот с вертушкой было тогда с мельницы с пушкой убивали, было так. Вот, все, меня начали стрелять. Раз, два, ему три патрона, по идее, хватит, чтобы сдох. Все, он сдох. Берегись! Ты! Ух, какая кучность у вас хорошая там была, а? Так, все. Мне нужно новое оружие. Держите. Получай! Держите, пацаны! Так. Девочки, вы... Осторожно, они используют прощи. Да я заметил, что они что-то используют, тут много всего. Так, это наше. Офигеть. На! Ну, такой винтовка, конечно, я... Только если вблизи. Да что такое? Дайте мне пострелять. На. Убил. Так, путь свободен. Все. Это было жестко, конечно. Так, а куда нам идти-то? Сюда. В следующее здание. Камень где-то рядом. Идем наверх. Отлично. Все выше, выше и выше. То был подвал храма, да, а теперь мы идем вверх. Скорее, надо спешить. Да я спешу как могу вообще. Не жалею себя абсолютно. Прыжками, может, прыжками. Как у тебя лучше получается, чтобы быстрее. Ну все, почти пришли. Шли. Вот он. Камень Чинтамани. Надо же, мы обогнали их. Какой красивый. Да, просто блеск. Расшибем его и смоемся отсюда. Постой. Что-то не так. О чем ты? Марко Поло ошибся. Это не сапфир, это янтарь. Янтарь? Да, окаменевшая смола. Хм. Древесный сок. Минуточку. Что это? Не может быть. Послушай, Нейт. Ненавижу, когда он так делает. Кому ты рассказываешь? Как я упустил это? Что упустил? Это вовсе не камень, это смола, сок дерева жизни. Стой, я ни черта не понимаю этого дерева. Нет. Вот этого. О, черт. Вот он где.
Лазаревич. Идет к дереву жизни. Господи, черные зубы. Что? Черные зубы у тех монстров и у трупов в Борнео. Они ели смолу и переродились. Думаешь, именно это задумал Лазаревич? Предлагаешь подождать и проверить? Браво, Шерлок. Отлично. Блин. Господи. О, Гарри. Что, приятель? Лазаревич все понял раньше тебя? Ты опоздал совсем чуть-чуть. А я решил остаться и подождать старого друга. О чем ты говоришь? Зоран все так и задумал. Он умнее, чем кажется. Мы еще можем остановить его. Елена, не надо. Нет, мы можем помочь тебе. Прости, милая. Это не кино, где смелая красавица перевоспитывает негодяя и всех спасает. В жизни так не бывает. Флинн, послушай, ты... У меня подарок от Лазаревича. Жаль, что без чеки. Назад! Елена! У придурка. Нет. О, Господи. Елена. Так, все будет хорошо. Держись, мы тебя вытащим. Давай. Остановите Лазаревича. Скорей. И не думай. Идем. Они вон там! Черт. Ничего, я держу. Прикрывай. Ладно. Остановите их! За мной. Лазаревич. Да черт. Опять солнышко выглянуло. Надо вытащить Елену отсюда. Расчищу путь. Елену. Какая у меня... Давай, ты сможешь. Постой. Так. Жди здесь. Держи. Следующие. Теперь можно взять и винтовочку уже. С остатками справиться из винтовочки. Идем, скорее! Так, надо идти. Давай, ты сможешь. У нас гости. Осторожно. Еще одна партия. Чуть-чуть, пошли. Так, подожди. Проклятие! Долго, блин, перезаряжает как, а? Ба, все. Узишка пошла в ход. Так, держи. Военные они прям. По-серьезному уже обуты одеты. Елена, все. Как ты? Да, наверное, лучше всех. Кажется, это последнее. Эй. Елена, как ты? Плохо дело. Ты держись. Я на тебя рассчитываю. Ну, идите к выходу. И как можно скорее. Стой, не поняла. Нет. Нет, не смей. Слушай, Хлоя, это мой... Даже не думай. Сейчас нет времени на это глупое геройство. Выведи ее отсюда. Без тебя не пойду. С помощью этой смолы он создаст армию монстров. Не делай этого. Лазаревич станет неуязвимым. Я должен этому помешать. Это самоубийство. Ты сам знаешь. Уходи. Уведи Елену как можно дальше отсюда. Волшебная смола. Че, побежали? Древо жизни. Так вот ты какое большое. Чем я занимаюсь? Мир спасаешь. Говно вопрос. О, черт.
Что за черт? Молоденький стал. Дрейк. Дрейк! Не стрелять! Не стрелять! Он мой. Извини, ты не в моем вкусе. Чё, что ли, убил так одним выстрелом? Да ну нафиг. Нет. Нет, 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 это невозможно. А ты уверен? Иди сюда. Сейчас будем стрелять в смолу. Где он? Есть. Так, нам надо за смолой прятаться. Опа. Ну давай, здоровенный урод. А, нравится тебе? Наверное, не очень ему понравилось. Упал. Рейк! Что? Иди за мной. Опа. Потанцуй со мной, малыш. Думаешь, справишься со мной? Я надеюсь. Ух ты, блин. Так, сюда. Так. Нравится? Я исполню свое предназначение! Блин. Деревяшка! Смола сама нарастает. Так. Постреляем уж в него. Рейк! Давай. Так, вот смолы много. Получи гранату. Себе засунь эти гранаты. Давай! Рейк! Бабах! Что, схавал? Лазаревич! Я еще тоже живой, оказывается. Но меня тоже изрядно покусало. Ты считаешь меня чудовищем? Но ты такой же, как я, Дрейк. Скольких ты убил, а? Скольких только сегодня? Браво, парень. Ни милосердия, ни пощады. Давай! Нет. Тебе не хватит духу. Мне нет. А вот им... Твою мать! Не ругайся! Мама тут ни при чем! Беги, 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 беги! Вот ты тогда! Опа! Еще вот так! И
пипец, короче, всем. Смолы мы там понавзрывали, как следует. Давай, давай, давай. Дрейк, не надо так умирать здесь. Это глупо будет. Проделав такой путь. Опа, улетел. Твою мать! Давай, 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 беги. По левому краешку. Где-то мы задержались очень много. И прыгнули не с краешку. Почему мне весь это так увезет? Опа! Летел! Вылазь, вылазь! Нейт! Да ты чё? Бежим! Что? Сзади! Молодец! Так, держись! Где Хвоя? Хвоя где? Фига себе, она ловкая. Вот так. Спасибо. Скорее, надо выбираться отсюда. Идем. Давай, милая. Ну и что же ты там делал? Ну это, мир спасал. Держишь. Так, слишком долго. Пошли. Пошли. Ну, девушка. Елена. Господи, нет. Елена, держись, прошу тебя. Слышишь, держись. Все будет хорошо. Мы почти пришли. Все будет хорошо, обещаю. Елена, не надо. Елена! Трекла. Шефер Кирана Гавучигре. Дужича. Это было долгое и странное путешествие, а? О, да. Знаешь, тебе надо чаще геройствовать. Тебе идет. Не. Ответь мне на один вопрос. Какой? Ты ее любишь? Хлоя, прости меня. Нет, не надо. Правда, это ничего, но сделай себе одолжение. Скажи. Хлоя. Нет. Теперь мне пора уйти. Но ты будешь скучать по моей заднице. Эй. Кое-кому запрещено вставать да. с постели. Ужасная пациентка. Слишком упрямая. Да ладно, вовсе я не упрямая. Так, никакого сапфира. Говорю же, нет. И вы уверены? Да. Это был просто миф, Салли. Мифом по счетам не расплатишься. Что-нибудь подвернется. Главное верить. Вера превращает четвертак в 25 центов. Куда пошла Хлоя? Увидимся. О, нет. Ты старый развратник, Салли. Ага. Ты молодец, Нейт. Он бы это одобрил. Да?
Ну, и куда мы отправимся отсюда? Я не знаю. Сообразим по обстоятельствам. Как обычно. Но, пожалуй, мне это нравится. Отлично. Скажи, по 10-бальной шкале, как сильно ты испугался, что я умру? 4. 4? А что? 4. Ну да. Да не меньше 8. 8? 8, не меньше. 8? 8 это были те твари. Ты издеваешься? Они были очень страшные. А что тогда 10? Клоуны. Клоуны хуже моей смерти? Да, не люблю клоунов. Клоуны? Не люблю клоунов. Да брось. Ты думал, я умерла? Нет. Думал, что потерял Нет. меня? Я знал, Да-да. Что вытащу я тебя. Я видела твои слезы. И слез было много. Слезы? Ага. Там дождь шел. Нет, не шел. Слезы. Шел дождь. Светило яркое солнце, и ты плакал. Ты была без сознания, и шел дождь. Не ври. У меня твои слезы в пузырьке. Могу показать. Всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Вы посмотрели Uncharted 2 «Среди воров» на игровом канале «Железное сердце». Это было полное прохождение обновленной версии игры для PlayStation 4. Когда-то это было эксклюзивом PlayStation 3, но сегодня это уже двойной эксклюзив. Это эксклюзив 3 и 4 плоечки. Не забывайте, конечно же, поставить пальчики вверх, подписаться на игровой канал «Железное сердце». Лорд Вуду покажет вам много видосов, это я. Если вы до сих пор не знаете, кто тут показывает видосики, снимает видео, монтирует, комментирует и все остальное. В общем, ждет нас много еще позитивных моментов. В Uncharted у нас еще осталась третья часть, которая называется «Иллюзии Дрейка». Это также переиздание на PlayStation 4. Издатели сделали такую щедрую фишку, как переиздали все три части, которые раньше были отдельными играми в одной игре. К сожалению, здесь остался только одиночный режим, нету мультиплеера, но мультиплеер мы увидим в четвертом Uncharted, который уже относительно скоро выйдет. Полгодика всего подождать. Сколько мы его ждем, все любители серии Uncharted, это тут осталось-то уже буквально встретить Новый год, отметить все 23 февраля, 8 марта, и уже ты же Uncharted придет, глядишь, ближе к лету 16 года он появится. Вторая часть Uncharted намного сложнее первой части. Ну, не на то, что намного, но все-таки пришлось с ней повозиться. Она и длиннее, и интереснее, и захватывающий, и графон впечатляющий. В третьей части, я думаю, будет все еще намного круче. Ну, в общем, поживем, увидим. В самое ближайшее время мы, напоминаю, начнем прохождение Uncharted 3. Всем желаю удачи, не забывайте подписаться на паблик ВКонтакте, там мы проводим кучу розыгрышей всяких интересных. То, что не получается размещать на канале, размещается там. Ну, как бы все, пока. Пока-пока.